Красавица сегодня прекрасней изумруда, и с этим не поспорит последняя зануда. Чудесная она и создает уюта. Название ее — настойка из грейпфрута. Берем 0,5, мы самогонки, ведь это жидкая валюта. И сливаем цедру мякоть из одного крупного грейпфрута. И ложку сахара мы добавляем, ведь это очень круто. На 2 недели убираем настойку с этого сосуда. И вот недели пролетели как минута. И получилось вот такое чудо. Процедим, чтобы было, чтобы добавить абсолюта, и наливаем в рюмочку оттуда. Попробуем ее без пересуда. Вкусная, достойная салюта.